Приветствую вас. Ситуация заключается в том, что когда вы ощутили симпатию к девушке, то у вас появилось, куда более глубокая мотивация продолжать с ней общение. То есть вы стали больше в ней нуждаться, вы стали больше проявлять к ней каких-то чувств, эмоций и так далее. То есть по сути, вот вы. Я, ну, как это видится мне, по сути, вы начали проявлять к ней те поведенческие модели, которые ее не устраивали в силу ряда причин. И из-за этого она почувствовала, что вы проявляете к ней больше внимания, чем ей нужно, из-за того, что она почувствовала, что вы даете ей ощутить себя той, опять-таки, кем она себя по отношению к вам ощущать не хотела бы, она прекращает с вами общение, прекращает с вами взаимодействие. Именно по этой причине. И вы знаете, вот если говорить о том, как данную ситуацию можно исправить, вообще, как данную ситуацию можно исправить в принципе, то я бы хотел сказать так, что вам нужно занять ту позицию, которая у вас была, то есть общаться с ней так же, как вы общались с ней, например, раньше, и при этом стараться ненавязчиво, мягко проявлять себя как мужчина. То есть смотреть, какой мужчина нужен женщине, в каком мужчине она нуждается больше. И вот стараться ей это дать. Это то, что вы реально можете сделать. На самом деле. И если у нее есть к вам какие-то чувства, если у нее есть к вам симпатия, то она обязательно проявит ее. Обязательно она проявит ее, обязательно даст она вам понять, что как бы вы ей не безразличны, и тогда вы получите шанс построить с ней уже более близкие отношения. Пока вы ее, получается, своим поведением отпугнули. По крайней мере, так это выглядит. Вы просто взяли и отпугнули ее своим поведением. Вы не очень подробно написали, проявлялась ли как-то ваша симпатия к ней или нет, но я думаю, что это не так важно в данном случае, потому что раз общение с вами девушке наскучило, значит, это значит, она почувствовал, что, что вы изменились, она поняла, что вы, возможно,
к ней что-то чувствуете, и это ее не устроило, это ей не понравилось, и она решила тут же прекратить с вами всяческое взаимодействие. Ее выбор, конечно, как бы, как бы вам неприятно было это осознавать, выбор все-таки ее, и если вы любите ее, если вы дорожите ей, если вы хотите быть с ней, то я думаю, ее выбор нужно как минимум уважать, потому что если вы не будете относиться с уважением к ее выбору, то ситуация может ухудшиться, то есть если сейчас у вас просто наступило такое, можно сказать, охлаждение в отношениях, то далее может быть и откровенный негатив по отношению к вам, и если вы этого не хотите, то постарайтесь все-таки ее выбор принять и занять ту позицию в общении, чтобы ей было комфортно. Если сможете это сделать, то тогда, я думаю, у вас не будет таких ярких проблем, вы сможете понять, чего девушка хочет, и сможете понять, в силах ли вы предоставить ей то, в чем она нуждается. Потому что если нет, то, соответственно, вы просто не подходите друг другу, и тогда уже дальнейшее проявление к ней вашего внимания будет расцениваться, ну, можно расценивать как зависимость в отношениях, и, собственно говоря, вы будете еще больше, еще сильнее падать в ее глазах, к сожалению. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.